Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить Дед Спасе, да, вот это вот ваша, да, хоррор-игру по факту. Вот, я, кстати, когда узнал, удивился, типа, но по факту так и есть. Она, типа, страшненькая, пугающая, но очень интересная. Только, конечно, вот реально непонятно до конца, что вообще, ну, блядь, с кораблем, нахуй. Почему он такой, возможно, я догадываюсь, потому что там вот эти вот монстры вот эти ваши, да, вот эти вот, вот экспериментальные, блядь. Вот, а почему так произошло, и почему, ну, все вышло из-под контроля, почему его раньше не нашли, этот корабль, и почему именно мы его исследуем, и запустим ли мы его, и кто, блядь, не знаю, кто-то, блядь, и есть ли у нас в команде предатель, потому что нам, да помните, девушка намекнулась, что вот, не ссылка, а подсказка вверху, вроде в правом, да, углу, да, вроде в правом углу подсказка сейчас выскочит на серию, где, как раз таки, вроде в начале, или я не помню, где, короче, девушка говорила нам, наша товарищ, скажем так, сказала, что, дядь, у нас в команде есть чел, который знает больше, чем мы. Давай-ка не будем с него вот это вот снимать подозрения. Он какой-то подозрительный, давай-ка наблюдай-ка за ним. И вот, на самом деле, я чуть-чуть, ну так, осторожно с ним буду действовать. Но я надеюсь, что, бля, он не будет боссом финальным, потому что такое. Кстати, в данной игре я посмотрел 12 глав, мы на 4-й, поэтому половину игры даже еще не прошли. Но ничего, мы это скоро исправим. Поэтому усаживайтесь поудобнее, накрывайтесь пледиком, да, потому что вот тепло, чтобы было, да, уютно вот это все дело. Приятного аппетита всем, кто кушает, приятного чаепития, кто пьет чай просто, да. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. О, привет! Так, мы в предыдущей серии с вами остановились вот здесь, вот. Опять вот непривычно, что тут прям так она вот двигается, мышка. Вот, мы с вами вот здесь вот остановились. К офису надо идти. На лифте вот приехали, да? Это что такое? Атриум какой? Подожди, а что это за хуйня? А, это лифт. Да, мы приехали на лифте, я тут все забрал и сказал, давайте-ка в следующей серии. Прям дальше. Мы идем. Нам нужно вроде запустить то ли двигатель, то какую-то хуйню, конечно, какую-то, значит, хуйню надо запустить нам с вами. Потому что что-то, блядь, что-то там не работает. Да. А, да, я помню это. Я тогда еще, помните, я там еще не мог пройти вот эту хуйню, блядь. Короче, я так понял, там нужно пробежать все-таки. Просто пробежать. Начинаем на похую, и все. Так, какие-то эти штучки нам дали. Прикольчики, блядь. Так, что мы... у нас все сохранилось, я надеюсь. Нет. Не сохранилось. Ясно. Так, что у нас с вами в это... В карманах, да, в карманах, ага. Так, ага. Ага. Ну ладно, нет так нет, братан. Короче, у нас есть две аптечки с вами, патроны. Причем на пулемет и на вот пистолетик, скажем так. Три схемы. Это на защиту защитного костюма третьего уровня. На силовой резак. Это, видимо, ну, резак это то, что сейчас у нас есть, так понимаю, да? Вот эта вот хуйня. Да. А тут будет силовой резак. Это намного лучше. И на силовой пистолет. Вот, поэтому let's go, джентльмен, ёпта. Так, погнали. Короче, вот здесь мы тогда остановились. Я такой, бля, ну и в пизду, там челики уже. Ну, как челики. Эти вот. Ну, как их там, монстры, ебать. Хуйня начали заниматься. Начали меня хуярить и все. Ну, видите, где? О, у меня они, блядь. Сюда. Так, давайте все перезарядим сразу же.
эту залупу перезарядим. Вот эту залупу перезарядим. И вот эту. На это нет, да ничего. А вон там еще двери есть, видите? Вон там дверь есть. А, здесь воздух. Ну пошел ты нахуй! А, блядь, это сёшь. Текстовое сообщение, кстати. Блядь, что? Журнал капитана... Журнал капитана. Первичная оценка. Инфекционная угроза. Блядь, ты что делаешь, дядя? Я читаю вообще-то. Смеёшься надо мной или да? Ну, хорошо, тварь. Ты хочешь со мной поиграться, не пойму, или да, блядь? Пиздец. Почему не прочитали, да, все-таки так? Блять, а как, ребят, как это сделать? Блять, вот из-за этого ебанатый, блять. Не прочитали нихуя. Не, подожди, тут же как-то можно, да? Как-то можно, блять, как? Блять, как тут посмотреть, типа... Это нет, это не то. А, вот, рюкзак. Точно. Ну, спасибо. Рюкзак. Так, нет, нет, не бросить. Не, не надо мне бросать ничего. Да нет, блядь. А что, как... Подождите, а как его? Вот так вот? Управление. Хорошо. А, во, карта. О, тут есть карта! Нихуя. Нихуя себе. Ну да, мы же, блядь, вначале ее посмотрели. Вот, чем надо брать. Карта есть, миссия. Ага. Вот, что это, наследие капитана? Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. А, нет. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск. Необходимо передать церкви. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель. Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Нет, просмотри нет. Корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Вот. Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиски инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Да. Не верь ему. Кстати, не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Вот и что, вот. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Ну вот видите, вот как раз то, что я и говорил. Она, видите, нам сказала, что он что-то скрывает. Я в этом тоже уверен. Так, журнал капитана. Первичная оценка инфекционной угрозы. Прошло менее часа с первого сообщения, а инфекция успела распространиться по всему кораблю. Сначала пострадала причальная палуба, где разбился челнок. К настоящему моменту мы потеряли почти половину медицинской... медицинской палубы и четверть инженерного отсека. Все еще нет никаких новостей из грузового трюма и отсека планетарных операций, что наводит на неприятные мысли. Такого я явно не ожидал. Понятно, блять. Понятно, что нихуя не понятно, блять. Ну ладно. Блять, что это? Так, здесь у нас один патрон. Перезаряжаем. Давайте еще раз подкрепимся. Так, а здесь есть какие-то прикольчики. О, да ладно. Сюда нахуй, 100%. Еще
еще батареи есть, здесь-то нихуя себе. Так, смотри, что мы сейчас сделаем с вами? Мы 100% отсюда выходим. Блядь, а что, нет патронов, что ли? Иди сюда. Давай, давай, давай. Наступи на этот воздух. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Блядь, серьезно, нахуй? Ты сейчас серьезно, мужик? Алло. Иди сюда. К папочке иди. Иди к папочке. Иди, иди, иди сюда. Иди сюда. Да, 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 да. Вот так все и решается дела. Так, ладно. Тут ничего нету. Давайте возьмем вот эту штуку. Так, значит, тут мы побывали. Инфекция распространилась. Видите, инфекция распространилась по кораблю, и никто ничего не смел сделать. Хотя могли по факту. По факту могли. Я думаю, вы с этим согласитесь. Чего здесь? Нихуя. Еще аптека. Ну, вот, видите, насколько они были простые, да? Так, а вот там что? Ну, стоит ли ломать? Давайте, ладно. Или нет? Или нет? А, ребят, как думаете, стоит ли? У нас с вами один узел. Ладно, давайте. Похуй. Погнали, блядь. Если мы, конечно, здесь что-нибудь найдем, здесь будет, скорее всего, лут. Понятное дело, здесь что? Золотой полупроводник. Нормально. О, ну нет, это хорошо, что я потратил этот узел. Потому что патроны для снайпы 100% нужны. Аптека еще, ёпты. Блять, ну спасибо, мужик. Здесь что у нас? Большая аптечка! Ебать! Рюкзак полон. Ну давай я выброшу, бля. Ну давай я выброшу вот это. Мы это выбросим. Давай вот так сделаем. А, и давай тогда это сразу. Я, конечно, буду не прав, что я использую, но что поделать. Подожди. А здесь на сколько? Ну, а что не призарядил-то, блядь? Алло, нахуй. Так, возьмем. О! Бля, шо у нас есть? Ну, это, кстати, хорошо, что я сюда зашел, да? Очень хорошо, что мы сюда с вами зашли. Сюда, ёпта. Это очень хорошо, что мы сюда с вами зашли. Очень хорошо. И кредиты у нас еще есть. Очень хорошо, что мы сюда с вами зашли. Так, ладно. Ты это, давай-ка мне тут не будешь. Тополя не башить. Так, нам туда. Посмотрим, что у нас здесь есть. Потому что... А, здесь нихуя? Ну ладно. Так. Я ж тебя слышу, мразь, блядь. Я же тебя слышу, мразь. Я же тебя слышу, алё, блядь. Можно посмотреть, кто там, блядь? Потолки никого. Ну, сейчас опять это выскочит, да, блядь, хуйня, блядь. Ну, ясно. Ну, я, конечно, тогда вот здесь вокруг пробегу, блядь, вот так вот. И пойду. Ебать, ты кто, нахуй? Блядь. Ты кто нахуй вообще, блядь, дядя? Давай-ка я его остановлю на всякий случай. А, не работает даже. Ну, понятно, блядь. А, это маленькая хуйня, что ли, блядь? Понятно, блядь. А я-то думал, блядь. А я думал, ты нормальный чел. А ты, блядь, понятно.
Все с тобой понятно. Так, сколько у нас здесь? 4 патрона, нормально, нормально. Нам с вами хватит этого. Так, ну здесь, видите, какая-то хуйня произошла вообще. Опа, это что? Мала аптечка сюда. И чё, нахуя нам сюда? А, вот сюда. Сейчас обратно пойдем, какая-то хуйня выскочит опять. Энергия направлена к системам защиты. Все. Контрольный распределительный щит подключен. Бля, ну система я так и знал. Почти готово. А, вон они. Так, ну что, побежим, как всегда. Ой, бля, смотри, что творят. Бля, страшно. Давай, давай. Ой, блядь, ты кто нахуй вообще, дядя, блядь? Да блять, что ты нахуй? Так, сразу третью хуять, все сюда нахуй. Блять. Рюкзак полон, блять. Давай, блять, посмотрим. Пошлите аккуратненько, чё. Давай, блядь, уже. Давай, давай, беги сюда. Давай, опа. Всё, пошёл. Да пошёл ты. До свидания, блядь. Папочке такое не надо. А ты меня все бежишь, что, блядь? Ну ладно, ты был последний, ладно. Ты еще ничего не дал, да? О, не кредиты, но они нам нужны, да. Все патроны на вас изгадил, блядь. Вы твари какие, блядь. Ну все, нам сюда обратно. Сейчас там кто-то будет, да, как всегда. Я, блядь, стой. Ладно, погнали похую в целом на них. Кто они, как они? Вот будет прикольно, если тут, да, там сзади появился. Все, нам в лифт. Все, поехали отсюда. Блять, можно было на изи реально пройти в прошлой серии, но... Ладно уж. Так, куда нам? На какой уровень-то? Второй? Ну, а посмотрим. Если на второй, то на второй. Если нет, значит нет. Ну, бля, у нас с вами что? У нас с вами большая аптечка есть. Большая, блядь, аптечка. Это... Нихуя себе, блядь. И еще три средних, прикиньте. Вот вы прикиньте. А, не, нам на третий уровень, получается. Нам с вами на третий уровень надо ехать. Чё это за хуйня-то вообще, блядь? Не понял, блядь. Нам с вами сюда. Где, помните, нам чел говорил, типа, помоги стать единым или что-то такое. Такое. Да что ты стучишь-то по мне, блядь? Так, ну здесь я все залутал, к сожалению. В прошлый раз, ну ладно. Давайте-ка сохранимся сразу. Да, сохранить 100% нужно, потому что без этого никуда. Без этого никуда и никак. Так, ну давай-ка я вот сюда, блядь, еще патрончики завезу-то. Ну ёбаный твой рот, блядь. Ну, мужик, давай ты не будешь, хорошо, блядь? Ой, блядь, ты кто? Ты кто, блядь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Что, в
Все, ему ББ. Ой, бля, эти твари еще сейчас будут. Давайте, блядь, давайте, давайте. Да иди ты нахуй. Ой, блядь, да не, в пизду, ребят, вас. До свидания, блядь. Я погнал от вас, до свидания, блядь. Вы мне неинтересны, честное слово. Патрон ноль, блядь, чтобы вы поняли. Ноль патрон. Везде, причем, ноль патронов. И как мне их хуярить, по-вашему? Давай, давай, прыгай отсюда, блядь. Я же вижу, блядь. Только если в рукопашку их хуярит, реально. Ну-ка, дай-ка я попробую. До свидания, блядь. Успею, успею, успею. Давай, блядь. А, до свидания. Все, блядь. Все, все, уходи отсюда. Свидание. Не нужно мне вот ваших вот этих вот писем. Здравствуйте, как дела, блядь? Ой, что? Извиняюсь, блядь. Какую-то хуйню сказал, честное слово. Давай, алё, блядь. Мужик, мужик. Я же знаю, что там, блядь. Алё, блядь. Ладно, погнали туда. Он здесь сейчас будет, я уверен. Да и, блядь, иди в пизду. Бля, куда нам идти вообще, ребят, с вами? Не могу понять. А, нам вот сюда, блядь. Так это... Я тебя умоляю. О, да. Да иди ты нахуй! Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. До свидания, ёпта. Будешь управлять пушкой вручную? Да. Пользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Куда нам? Сейчас, подожди. Бля, нам туда? Нам туда? Все-таки. Че у нас по хпшке? Только большая осталась. Да. Дай-ка я сохраню сейчас быстренько. Зад в школу не пойдем, блядь, с вами. Побежали, блядь. То куда нам, блядь? А, вон лифт. Да пошёл ты нахуй. Опа. Ладно. Открывай, мужик, открывай. А, отсосёшь, блядь. До свидания, блядь. Все. До свидания, блядь. Я большую использовал. Грустно. Я большую аптеку использовал. Ну ладно, что поделать. Сейчас, ну, такие приключения у нас будут с вами, ребятки. Шо пиздец. Но углы патрона надо прям сейвить жестко. Надо жестко сейвить патроны. Но как им, блядь, попадать, я по этим попадаю, по ним, блядь, ну. По их конечностям. Ну, вот этот, блядь, чел, который вот. Ну, вот это, да. Ну, вы поняли, да, необычный. Тебе придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Охуенно, чел, спасибо. От души, бля, мужик, что могу сказать тебе? От души. Тут сколько патрон? Два. Тут два. Пиздато. Так, а там ничего точно не было больше? Не. Так вот, что хотел сказать-то. Вот это, который необычный, а из этих, из трупов сделан, блядь, монстр. Вот он пожестче, его, у него по ХБ побольше, наверное. Зона в... Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Беги, мужик, беги нахуй. Это. Сейчас еще раз будет, да, вот это, блядь? Да.
Смотри. Ёпта. Ты ж пиздец, нахуй. Давай, я успею сюда. Погнали. Ну, кстати, не очень сложно вот эта хуйня. Я даже до того вроде успею. Нет? Успеем, блядь. Все, успеваем, блядь. Успеваем, нахуй. Давай, давай, используйте баллон. Все, блядь. Масс, все нормас. Заебок. Блядь, я успею! А, отсосал, блядь, все, нахуй. Ну, сейчас, конечно, можно даже до двери сразу добежать. Наверное. Ох, ебать, смотри, блядь, что творится. Да? Занёшься, блядь. Бля, вот тут, наверное, какие-нибудь прикольчики даже есть. Я даже не знаю. Скорее всего, какие-нибудь прикольчики есть. Открывай, блядь. Зона гравитации. Всё, закрывай эту, блядь, алё. Рубиновый, блядь, полупроводник. Кого нахуй? Сышу, еблан. Так, вот здесь что-нибудь есть? О, вот это нужная вещь, конечно, да. Очень нужная вещь. Но еще, конечно, патрончики, вот это да. Так, давайте-ка сразу сохранимся, блядь. И тогда будем стрелять по этим. Почему-то там. Не знаю, вот тут. Давай, ручное управление получается. Нам тут с пушки пострелять, не знаю. Хорошо, Айсек, ты на месте. Эта пушка — генератор частиц, так что ты спокойно разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения, просто дай мне еще немного времени. Блять, нельзя так. Блять. Проебываю. А! Он не попадает иногда даже. Блять, это очень хуёво, что такая хуйня. Это реально надо тут прям. Ну, 59. Хотя тут маленькие, они, видите, по одному отнимают. Еще минута, и все заработает. Бля, чел, это пизда здесь, нахуй. Ну, блядь! Внимание, целостность корпуса ниже 50%. Я в курсе, чел. Бля, чел, быстрее! Целостность корпуса критическая. Быстрее, пожалуйста, мужик. Я тебя прошу, быстрее просто хуярь. Бля. Ну ты еблан, блядь. 7 хп. Пизда. Почти починил. Мужик, зачем ты мне три раза об одном и том же говоришь? Почти починил, блядь. Да. Да. Давайте тогда сейчас я быстренько поставлю тогда это. Сенсу побольше. И чтобы было удобнее. Что я... Так будет, наверное, попроще чуть-чуть. Потом обратно поменяем. Погнали, блядь. Да, так получше. Так. Да, так получше, блядь. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. Том-т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 ом. Бля, попадало? Да ты смеешься, блядь, они... Бля, мужик, нельзя так. Ну да, сенсой побольше, типа, сделал побольше сенсу и так попроще делать, конечно. Маленькие вообще по одному хп вроде снимают. Бля, это какой перегрев? Еще минута, и все заработает.
Да, мужик, я, конечно, тебе верю, да. Так, большой надвигается. Ну, в принципе, логика ясна, как это все хуярит. Бля, это было жестко. Так, ладно, ладно, все, не отвлекаемся, блядь. Мужик, пожалуйста, давай хуярь нормально так, чтобы было красиво. Бля, пизда. Надо большие хуя, это не очень много отнимает. Система автонаведения включена. Фу, бля, мужик. Отличная стрельба, Айзек. Да, он пропустил, блядь. Как только выйдем на нужную орбиту, я включу автопилот. Можешь возвращаться к транспортному туннелю, я встречу тебя на остановке. Это пизда, мужик, блядь. Че так долго-то нахуй, блядь? Сохраняемся, блядь. Сохраняемся 100%. Ой, да. И меняем сенсу туда сразу. Погнали, блядь. Ебать. Ты шо, еблан, мужик? Да пошёл ты нахуй. Всё, отъебись от меня, мужик, блядь. Блядь. Сотри, тварь. Сейчас прыгнет. Смотри. Опа, и полетел нахуй. Отсосёшь нахуй. Беги, мужик. Бля, что ты делаешь? Беги нахуй. ХП не трать, блядь. Да. Да. Ну, короче, мы с вами починили пулеметик. Да, за ним посидели еще, сами постреляли. Это было, в принципе, несложно. Просто надо было сенсу просто поменять, и все. А так. Да. Блять. Айзек Хэммон. Чего? Вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек. Иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Да. Да, мужик. Подожди, я поменял. Да иди ты нахуй. Да, поменял. Не, лучше вот так, реально, ставить. Даже чуть побольше, наверное. Вот так вот. Да, мужик, конечно, ты даешь. Выиграет он для нас время. Спасибо, что могу сказать. От души, что выиграешь время для нас. Спасибо, нахуй. Так, здесь у нас 2 патрона. Здесь 25. Здесь 2. Let's go, my friends. О, подожди-ка нахуй. Да, открыть, конечно, блядь, 100%. Пошёл ты нахуй. Пошёл ты нахуй. Ну пошёл ты нахуй. Блядь, да мужик, да иди ты нахер, блядь. Это мне нужно, блядь. Это все, блядь. Пенриваться он еще будет мне, блядь. Унику. Я тут, кстати, много чего. Да, и дверь только сейчас закрылась, да? Ну, классно, что могу сказать. Это очень нужная штучка. Так, ну здесь лут такой, типа. Прикольный, приколдесный. Вот, ну что, вроде, это ломается? Нет, это не ломается. Все? Это все, что ли?
Что нам дали с вами? Ну ладно. Блять, испался. Так, вот это мы используем 100%. КПшки у нас нету, к сожалению. Ну, нам, наверное, что-то толстый даст. Ой, толстый. Эй, толстый. Ду-ду-ду-ду. Вот это, блядь, чел. Ну, блядь. Ну, можешь все уже. Да, все. Так, электросистема включена. Это закрыто. Охуенно, блядь, еще. Ну, погнали, ладно. Let's go. Здесь мы сохранимся также. Вот, чтобы нам не бежать. Хер надо откуда. Блять, а ты что за херня-то нахуй? Ты кто такой-то вообще, мужик, блять? Батя, а вы кто, блять? Блять, а вы кто? А, бля, они так... Окей. Да, блядь, иди в пизду. А, отсосало, блядь. Открывай, на, открывай! Закрывай, нахуй. Открывай эту залупу, блядь. Там какая-то тварь, блядь, сидит. Ну и нахуй, блядь. До свидания, блядь. Не так бы хп мало осталось. О чем, блядь, говорите мне? Так, нам... Шо, куда сейчас нам с вами ехать-то? Я надеюсь, нам не к нему идти, блядь. Нет, нам, наверное, к нему и обратно бежать. Очень-очень много. Да, нам сюда же. Естественно, блядь, сюда же, блядь, конечно, нахуй, да. Сюда, блядь. Ну, пошёл ты нахуй. До свидания, блядь. Открывай! До свидания, блядь. Блядь, ёбаный пизда, нахуй. Я бегу. Всё, открывай, 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 быстрее, всё. Нахуй, блядь, всех. Так, а здесь магазинчик нет, да? Нет. Вот мы с вами завершили четвертую главу, по факту-то. Да. Завершить главу. Все, мы завершили с вами четвертую главу. Смерть неизбежна. Но по факту они тут не такие долгие. Тут по 2-3 часа глава идет, да? Что-то типа того. Да, конечно, сохранить. Что-то типа такого. Вроде по 2 часа они идут, эти главы. Смертельное пристрастие. Вот, поэтому мы сейчас на научной какой-то там экспедиции. Экспедиция, что, блядь? О, что за чел там был? Видели? Смотрите. Это кто, блядь? Так, патрон нема? Ну ладно. Блядь. Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Окей. Только подожди, мать, подожди сейчас. Ща, погодь, блядь, погодь. Так, да. Да и да. Плазменный резак. У нас есть защитный костюм. Можем взять... Где это? Силовой пистолет есть. Нихуя, блядь. 11 тысяч стоит. А почему не могу купить? Вот что. Что тут? Силовой резак есть. Так, ну давай-ка я тогда свой этот резачок-то. Нахуй, блядь, да? Так. Что у нас тут есть с вами? Огнемет еще раз, блядь. Нахуй мне нужен здесь. Так, это мы продаем, конечно, блядь. Это вообще 10 тысяч стоит. Нихуя, блядь. Так, ну давайте два малых баллона продадим тоже, блядь. Что они, ну, так сильно не нужны. Плазменный резак мы в сейф отложим, да? Я думаю, все-таки. Давайте в сейф отложим. Или продать его нахуй. Давайте пока что в сейф отложу. Потому что так тоже не делать. Силовой пистолет есть. Кинетический инструмент малого радиуса действия. Энергетические излучатели с высокой степенью разрушения. Турборез, зачем? Бесконтактная промышленная пила, блядь. Нахуя она мне нужна, блядь, а? Скажи мне, блядь. Мы силовой рюкзак 100% покупаем, что нам 100% нужен. И тогда покупаем Brand New 3. Третий уровень брони покупаем 100% также, потому что нам нужно, блядь, вот это вот. Нам это нужно. Вот.
Опа, ушел нахуй. И все, до свидания, блядь. Хуя, блядь. Все. Пора, пора, пам. Так, эта штучка прошла розненькая. Ух, нихуя, ляша. Смотри, какой, ля какой. Уф, бля, я конечно, да. Конечно, да. Ну, кстати, покруче выглядит, да. Получше выглядит, скажем так. Все, третью броню мы купили. Так, что у нас осталось-то? Плазменная энергия. Это, ага. Давай-ка мы сначала купим с тобой еще лезвие трубореза. Что нахуй? Что у меня еще есть? У меня есть огнемет. Ну, бля, я бы, конечно, давайте попробуем. Может, вместо огнемета все-таки. Потому что огнемет такая залупа, кстати. Думаю, я его продал бы. Да-да-да, я продал бы этот ебаный огнемет. И купил бы либо пистолет, либо труборез. Но кинетический инструмент малого радиуса действия. Ну, такое, блядь, честно говоря. А труборез зачем мне, нахуй? Я не пойму, блядь. Малая аптечка купим. Раз и два. Силовый узел, блядь. Да нахуй нужен, блядь. Ой, извиняюсь. Трупорез и силовый пистолет. Ну, а пистолет купим. Если что, я его поменяю, блядь. Плазменная энергия, да. А, да. Зак. Ну, я думаю, в принципе, все. В принципе, нам этого хватит. Че, я сейчас чем, блядь? С этим пистолетиком, блядь? А, нет. Ебать, это что нахуй? Ты прикинь? А это... Бля, силовой резак. Нам нужен для силового резака. Давай посмотрим, что такое силовой пистолет. А, нормально. Ну, такой, типа. Получше, конечно, будет. Ладно, давай тогда продадим мы с тобой для... Силовой резак. Что он, блядь? Плазменную энергию. Да, продадим полностью, да, всю. И купим тогда еще малую аптечку. И купим тогда, давайте, да, лазерный магазин. Вот что. Так вот, да, значит. Давайте для импульсивной заряды. Что нет, блядь. Купим-то. Итого у нас три оружия есть с вами. Есть... Ой, бля, я зачем аптечку использовал? Ну ладно. Я не знаю, мне вот этот нравится больше, конечно, чем просто импульсивный. Это силовой резак, а там импульсивный. Мне это больше нравится. Но пистолет, я думаю, наверное, заменим мы. Все-таки мы с вами его заменим, скорее всего. Ну погнали, шо? Так, нам же туда, да? Нам вперед, да. Let's go. Так, ну что, какая-то хуйня здесь выскочит, да? Я, блядь, уверен в этом. Так, по службе безопасности открываем. Ты мне давай тут не шути, блядь. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Я? А ты кто? Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Да, причем он мне что-то сказал. Эту хуйню, блядь. О, вот это, кстати, очень нужная. Да-да-да, поднять. Это очень нужная штука, кстати. Так, давайте сохранимся сразу. Нам вот это вот ваше вот это вот не нужно, блядь. Угу. Так, нам куда сейчас? А, ну, блядь, естественно, конечно, блядь. Тут, в принципе, ничего нету.
Давай, хуйня, выскакивай, блядь. Я так и знал, у нас. А, нормально ты, сука, блядь, такая. Бумс. Ебан. Все. Конкретный ебан пришел. Ну да, смотрите, две эти хуйни, и все, им пизда встает. Да ты нахуй? А, блядь. Ты думал, меня напугаешь? Ну, вот это, кстати, хуйня какая-то по факту. Ну, такой пистолет... Он такой, залупа, реально. Пистолет все-таки залупа, по факту. Да. Поэтому его мы, наверное, заменим на что? На нахуй, что? Пошлите его заменим. Пистолет, я продам его. Потому что, ну, по сути, хуйня какая-то, честное слово. Какая-то залупа, блядь. Я расстроен даже как-то. Такое, блядь. Да, конечно, продаем. А, давайте посмотрим, что такое. Ну ладно, блядь. Или посмотреть все-таки. Плазменную энергию купим. Раз, два, три. И малую аптечку еще купим. Да. Все. Все. У нас теперь с вами два резака. Вот такой, блядь, и наш с вами. Вот он. Вот он. Импульсивный и силовой есть. Все. Let's go. А, подожди, я это перезарядил. Да? Да. Все, у меня только вот на это патроны есть. Наш пистолетик с вами. Давай, хуйня, выскакивай, ебать. Уж сюда, да? Да уж сюда, блядь. Да. Нам вот сюда, как раз таки. Нормально так изображен. Давай, блядь. Хуета. У нас нету этого, да, узла? Нету. Ну там же вроде ничего не изменилось. А, не, смотрите. Изменилось. Не изменилось, еще как изменилось. Можно еще одну залутать теперь. Она была, помните, закрыта. Блять, естественно. Бля, я на это вот хуя не хочу тратить. Свои патроны, блять. Нам куда вообще башить? Да, куда нам? Да иди нахуй, чё, всё. Чего, блядь? Нихуя. Ничего себе. Какая-то тварь новая появилась, блядь. Да. И тут я понял, что я зря продал, да, вот этот... Как его там называют, блядь? А, этот. Как его там? Огнемет, во. О!
Яси что-то новое вдали. Нормально, блядь, так. Понравилась эта хуйня, блядь. Давай, блядь. Хуйня, давай свою хуйню эту, блядь. Смотри, сколько он раскидывает их, блядь. Бать ты тварь, нахуй. Алло, блядь. Блядь, ты сейчас серьезно, нахуй? Ты, блядь, залупа ебучая, блядь. Блядь, я ебал того рот. Сейчас мы тут заебемся с вами, ребят, реально. И как мне ее победить? Это ж просто, блядь, нереально. Патронов у меня не так много, нахуй. Что, блядь, такое сейчас нахуй было? А ты, блядь, хуйня, блядь, залупная. Блядь. Не понял сейчас прикола, блядь. Да иди ты нахуй. Не, как по-другому ты побеждать. Ну, типа, даже я не знаю, как победить. Как мне победить, блядь? И как мне победить, ёпта? Кинезис смотрим. Я честно не ебу уже как. Ну, хотя бы патроны. Мне, конечно, в аптеку еще одну. Это было бы хорошо. Погнали, блядь. Здорово, мразь, блядь. Да ты, блядь, охуела? А, вот так можно? Правда, что ли? Все, и нету у нее этой хуйни, блядь. Ты, блядь, мразь, нахуй. Как мне тебя победить-то, нахуй? Как мне победить эту хуйню? Да давай своих этих детей, блядь, мне похуй, блядь. Все, их нету, понимаешь? Их нету уже, блядь. Нету их, блядь. Я понял, как ее победить. Вы тоже поняли, как, да? Поехали, блядь. Давай, хуйня, блядь. Давай, блядь. Все. Так легко? Это правда было так легко, нахуй? А что, упала с нее? Ну, хоть так, блядь. Хотя бы так. Вообще, какая-то новая тварь вообще, блядь. Ну, конечно, мы поняли, да? Надо ей конечности хуярить. И тут, ну, она легкая очень, эта хуйня. Сверхлегкая. Ой, иди нахуй, чел. Пошел-ка ты нахуй. Ну ты отсосешь ты, блядь, хуйца, блядь. Нам куда? Нам туда?
Бля, дай, пожалуйста, мне что-нибудь, я прошу. Какую-нибудь хпшку. Бля, рано. Рано, да? Ты рядом с хим-лабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Угу. Окей. Окей. Ой. Мужик, только не говори, что ты тоже, блядь, того. Тут там кто-то есть, я уверен, блядь. Блядь, все, пизда. Да. О. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Теперь у меня есть объект для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Понятно. Вот с этого все и началось. Видите, там какая-то штука у меня, видите, пишется? Сейчас я тут приближу, конечно, вон, видите? Опять только не поворачивайся, мужик, вон. Нормально. Тоже интересно. Ну, вон, ты видишь, какая-то хуйня, блядь. Типа, что-то там пишется, не знаю, что это, конечно. Может, какой-то переводчик хуй знает. Короче, понятно. Понятно все. Это все вот этот ваш, нахуй, вот эксперименты. На, бля, ну чего-то ребенка сейчас брал, ёбаный рот. Бля, ты посмотри. Смотри. Ебать, его какие-то новые мутанты, смотри, блядь. Ты видишь это, да? Схемы, силовой блок. Ну, то есть, ништячков тут нормально так. Так, сразу все перезарядим с тобой. Чтобы не было вот это вот. Так, все, у нас больше ни на что нету, да? Угу. Силовой блок, это, видимо, вот для нашего вот этого резака. Для силового. Подожди, блядь. Блядь. Це пиздец, да? Там закрыто. Погнали, шо. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, заберите капсулу. Что ты делаешь? Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, кто? Может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы. Ты кто, блядь? Но не хотим в этом знать. Ты кто? Прекрати свой бег, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Блять. Так, блять, и знал, еблан, нахуй. Ну это пизда. Конкретно, нахуй, причем. А, во, желтая хуйня есть. Блять!
Понял. Блядь, кто это уебан вообще? Ты кто вообще, мужик? Ты как вообще тут выжил? Да, капец. Больше слов нет. Ну, короче, понятно. Понятно. Чел вообще поехал кукушкой. Давай, давай, блядь. Блять, я надеюсь, все. Сука, блядь. Ой, блядь. Что? Чё ты за хуйня, блядь? Мужик, ты сейчас. Бегу! Ахуй, блядь. Открывай, ёпта. Где я вообще, блядь? Давай, 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 давай. Блять. Ну ладно, я услышал вас. Патрон 0 в кармане. Пиздато. Сейчас с самого начала, да, еще хуярить. Вообще, блять, что это за монстр? Видели, он регенерируется. Пиздец. Ну все, идите-ка нахуй. А, отсоси, блядь. Блядь, пошел ты нахуй. Ну сюда же, да? Да. Куда нам? А, да? Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Да. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Ты нахуй там какой-то чел ходит. Пизду, блять. Ну в пизду, блять. Пизду, блять. Ладно, давайте-ка... Блять, патроны 100% нам нужны. 100%. Продаем все, что у нас есть. Да, да, да. Силовой блок у нас теперь есть. Так. Средний блок продаем. У нас 3400, да? 3500 почти. Раз. Купаем. А, да? Для силового пистолета? Для силового пистолета, блядь? Бля, нам нужна мало аптечка, 100%, ребят. Там какой-то хуй. Это пиздец. Давайте-ка еще раз сохранюсь сразу. Он как про какую-то расу говорил. Что за раса, блядь? Ты про что, мужик, вообще говорил мне? Так, у нас с вами дополнительно. Угу. Не понял, а где? А, отсюда ушли. Каза патрона. Ну, патроны здесь. Вы слышите? Он где-то наверху ходит. Где-то, блядь, наверху ходит. А мы еще к нему и идем, да, блядь? Мы к нему, блядь, и идем нахуй. Да. Он за это хуйней, ребят.
Опять ты? Мужик, я тебя ёбну, если я тебя доберусь. Послушай. Чего слушать-то мне тебя? Слышишь? Она уже близко. Слушай, какой-то хуй там ходит, блядь. Блять, ну пожалуйста. Ой, блять, да ну его. Не-не, погнали, погнали. Блять, погнали отсюда. Нам куда вообще бежать-то? А, нам вот сюда вообще нужно было. Это пиздец, ребят, это... Нет, забейте. Полный пиздец. Блять, вот ты ебанутый нахуй какой-то чел, блять. Ёбнутый, блять, на голову. Будущее, будущее. Худущее, блять. Блять, просто тварей создал на каких-то, блять, все. Мне их надо победить в любом случае, вы понимаете, да, это? Куда нам идти-то, блять? Нам вообще вон-то. Туда куда-то надо идти. Ну ладно, погнали, блять. Погнали, я готов к худшему, блядь. Давай. Угу. Все закрыто, блядь, как всегда. Это пиздец. О, тут газ есть, нихуя, вы прикиньте. Так, на него-то похуй. Он еще восстановится и все, и пиздец. Не, на него похуй. Контролем, контролем. Контролем эту хуйню. А, нету. Пиздато придумал, чел. Ну, блядь. Я так и знал, нахуй, что этот хуевушник. Блядь, мужик, да иди ты нахуй. Бля, и как мне тут... А что мне делать тут? Я эту хуйню не выдержу, блядь. Я же ее не вывезу, блядь. Вообще, ребята, блядь. Это пизда, блядь. Я вам, бля, буду. Это пизда, нахуй. Как эту хуйню вывести, блядь? Хуй пойми. Не, ребят, это забейте. Это забейте. Я даже не... Это просто, ну, реально, битва. Это пиздец. Давайте, да, вот на этом остановимся мы с вами. На этом мы с вами остановимся. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, да, вот этот вот, колокольчик сделайте, да, чтобы узнать первые, одним из первых, кто, когда выйдет видео, лайк, меня это сильно мотивирует, вам не сложно, а мне приятно. В принципе, все, надеюсь, вам понравилось.
Увидимся в следующей серии. Давайте. Бля, ебаный пиздец творится, я ебал его рот, нах. Как это делать, как их победить? Я ебу, нужны патроны, ступно, надо возвращаться обратно, значит, блядь. Пиздец, ебал его рот, нахуй.